Уважаемые коллеги, добрый день. Выстраивая отношения с нашими партнерами на международной арене, мы всегда с вами говорим о том, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнерами, с нашими друзьями, с нашими соседями. Так появилось традиционно, да, и уровень торгово-экономических, политических связей с нашими соседями, он постоянно растет. Мы всегда исходим из того, что эти контакты должны строиться на основе взаимных интересов, учета интересов друг друга. И предлагаю сегодня рассмотреть одно из этих направлений. Оно для нас представляется весьма важным, является традиционным. Министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров сейчас об этом и доложит. Пожалуйста, Сергей Викторович.